16 декабря Казахстан отметит главный праздник – День независимости. Больше 30 лет назад был принят конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан. Состоялись первые всенародные прямые выборы президента. Казахстан стал равноправным членом мирового сообщества, появились условия для возрождения и развития культуры, традиций, языка. Республика вступила на путь экономического развития, внедряя в экономику рыночные отношения, основанные на многообразии форм собственности. Особая гордость и достояние народа Казахстана – это, конечно, дружба народа. Она создавалась многими поколениями. Сегодня Казахстан – страна уникальных возможностей. Я являюсь ровесницей независимости. Я чувствую гордость и большую ответственность одновременно. Наш президент отметил, что знания открывают все двери, а я работаю в сфере образования. Очень рада, что страна процветает, появляются новые методики образования и подходы к преподаванию, которые помогают успешно освоить учебный материал детям. За короткий отрезок времени Казахстану удалось перейти и стать государством с рыночной экономикой. Дата 16 декабря 1991 года осталась в памяти жителей страны как начало новой эпохи незыблемого и независимого Казахстана. За последние годы проведен ряд социально-экономических реформ и мероприятий, направленных на поддержку населения. Появились первые результаты демократических реформ. Молодежь страны имеет безграничные возможности. Я рада, что являюсь ровесницей независимости. Уже успела побывать в Мадриде и Польше по проекту академической мобильности. Ведь наше государство создает возможности, поддерживает начинания и проекты молодых ученых в разных сферах. Я думаю, что самое главное – работать над собой, получать новые знания, изучать языки. Так мы становимся конкурентоспособными. Этот день считается самым важным праздником для казахстанцев. Как и большинство государственных праздников, используется для проявления культурного и этнического разнообразия народов и народностей населения республики. Это возможность показать национальные костюмы, танцы, кулинарные традиции и другие культурные элементы отдельных наций и народностей, мирно проживающих в свободной и независимой республике. Анель Пимичева, Виктория Ширнина, Олег Сытник, телеканал Костанай.